Ну вот центр Костромы, да, там памятник Дмитрию Долгорукому, ля-ля-ля, все это поля. Вот елка, которая около него стоит. Вот сидят две вороны. Сидят они здесь не просто так, а вот тут есть повод, по которому они сидят. Где-то там подруга. Вот ворона орет. А вон этот повод. Где-то тут глазами хлопает. Не знаю, видно, не видно. Голову она загнула к низу. Не очень видать. Подруга. Вон она сидит. Не знаю, не фокусируется, но... Если к тем, кто понятно, сидит сова, длиннохвостая неясыть на очередной ночевке. Дневке, вернее. Ворон, конечно, это очень сильно бесит. Ну, у кого есть время, можете приехать посмотреть. Я думаю, до вечера она еще здесь будет сейчас. Никуда не улетит.